Да нет, надо задавать людям вопросы не по профессии, потому что чем идиотнее выглядит человек, тем интереснее над ним поугарать. Поэтому, мне кажется, из всего, что там я сегодня вам наплел, ну, наверное, кого-то там это повеселит все. Ну, так, знаете, клоунами выставляете своими непрофильными вопросами людей, но заставляете подумать иногда и о чем-то серьезно задуматься.